Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Китай. В Сиянском аэропорту Касым-Жомарта Токаева встречал министр коммерции, губернатор провинции Шэньси. А уже на крыльце своей резиденции главу нашего государства лично приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин. В рамках визита президенты Казахстана и Китая проведут двусторонние переговоры и рассмотрят дальнейшее укрепление стратегического партнерства, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике. На завтра в программе визита главы государства запланирована встреча с руководителями крупных китайских компаний. В планах церемония запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиане. Отмечу, что это один из крупнейших транспортных узлов в мире.